Люди, вернувшиеся в Россию из-за рубежа, обязаны провести 14 дней в самоизоляции, чтобы не заразить своих коллег и знакомых коронавирусом. Однако многие откровенно наплевали на это постановление. В Тюмени 4 человека отказались ехать на карантин. Данные об отказниках переданы в Роспотребнадзор и полицию для составления протокола. Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова вернулась из отпуска в Испании и вместо самоизоляции вышла на работу. Позже у нее диагностировали коронавирус. Сколько человек она могла заразить, сейчас выясняют медики. А против самой Санниковой возбуждено уголовное дело. Как раз сейчас на рассмотрении в Госдуме поправка в Уголовный кодекс Российской Федерации, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы за нарушение карантина. Подумайте о себе и своих близких. Не рискуйте своим и их здоровьем.